такие лапки, какие липкие просто, и она прилепляется. Муха не падает потому что на нее не действует земное притяжение. У человека-паука очень липкие ладошки. То же самое и у мухи. А когда папа потолок покрасит краской, ну, например, красной, муха просто прилипнет и просто там будет жить. Люди придумали липкую ленту. Там не только муха удержится, но и птица, даже если залетит, удержится. Потому что это противное животное, что хочет, то и делает. Потому что у нее есть крылья. Потому что у нее есть осинки, каким она цепляется. Мухи летают в мусорнике везде. И они прилипают с грязью. Поэтому их нужно убивать. Почему? Потому что они приносят вред. А муха, чтобы не падать с потолка, выдыхает весь воздух, становится легкой и не падает. Потому что у нее есть присоски, и автор фильма «Человека-паука» взял это к себе в основу.